новости от нас и, соответственно, знают, когда и чего мы проводим. Чего себе вы тут всерьез занялись этим? Минуточку. Так а сколько я вожу вот эти конвои? Это вот сейчас народу из то, что развалился, тракерс. А у меня конвой в среднем был 50-60 человек. Алло. И это только наших. В основном там человек 40, только наших. 20 одиночек, там 20-30 одиночек. Сразу положил трубку. И ездили мы на втором сервере. Чё ты так? Так почему он это развалился? Итак, господа, всем доброго вечерочка. Мы начинаем свой конвой. Надеюсь, он у нас получится веселый, как всегда. Вот, мы сегодня едем. Сейчас покажу маршрут. Мы сегодня едем из города Турин, что в Италии. Едем опять во Францию. Вот по этому извилистому маршруту. Четвертая, пятая точка конечная. Туда и груза, как обычно, не нашел. Ну, там трудно найти туда такие грузы, которые мы возим, вообще отсутствуют. Вот, там специальный груз, короче, туда возить надо. Поэтому нашел груз в Тулузу. Но поедем до пятой точки. Пятая точка у нас будет конечная. А теперь, господа, ждем габариток, пока меня отпустят. Так, ну сейчас пытаются выкинуть, но не допустим этого. На серваке третьем мы сегодня поедем. Вот. Всем хорошего настроения. Мы пойдем куда-нибудь сходим, как обычно, покурить и так далее. Так, я сейчас только включу, не включу. О, включил я вам звук. Будет одна колонна и очень будет большой маршрут. Так что наслаждайтесь. Поэтому... пока разговор. Ну, короче, кому интересно, тот останется. Кому нет, ну, соответственно, уйдет. Вот. Ну, до 9 мая еще времени полно. Да видишь, Мишка, я в командировку могу уехать. Да. Ты же помнишь, как я съездил? Да, да. Отсутствовал, блядь, 3,5 месяца. Уже нет, 3, ну, 4. Я вот хочу дотянуть до 9 мая, там пусть со мной девочку хотят. Хоть до Нового года отправляют. Так, отойду на минутку. Я даже скажу, пойду покурю. Мне звонили из Самары. Значит, это самое было не важно. Если было важно, они бы мне что-нибудь сказали бы, подсказать. А так перезванивать не будем. Вместе с голосом. Дела идут неплохо. Вот, чтобы был послушнее, кто-то поближе сяду. Всем добрый вечер. Ой. Добрый вечер. Здравствуй. Илья, ты сегодня как, вхолостую? Он пока курит. Не в курсе, Валер? Ну как там? Подключайся.
Добро есть там? Есть вроде. Так, мне надо настроить дополнительное окно. Ведь это окно мне не надо. Мне надо другое окно. Twitch. Мазафака Twitch. Причем опять-то так. Так я не хочу. Хочу я там Twitch, я хочу простой Twitch. Какой профиль ты еще? Не на мне профиль. О, пошла жара. О. На месте? Замечательно, пошла жара. Это так. Зима мне надоела, поэтому решил я выкинуть нафиг эту зиму. Теперь у меня какие-то проблемы. Игра вылетает иногда. Не знаю, с чем связано. Но как-то так. В среду у меня не было, потому что я был занят. Решил посвятить себя помощи другу, так сказать. Поэтому в среду конвоя не было. Работает. Все хорошо, пока еще никто не вырезал. Здорово. Здравствуй. Скорость-то звучит или не у меня? Нет, у меня не может звучать, у меня третья скорость. Все хорошо, все замечательно. У нас 5 минут так, до выезда. Или 8 минут до выезда, не знаю. Так, ну сейчас надо. Хорошо. Вот сюда. Туда, сюда, куда-нибудь. А мы еще не в самом. Понятно. Потом возвращаемся к нашим баронам. За это время у нас погода испортилась. Вот. В ту пятницу был мороз, снежок, а в субботу дал дождь. Почти на целые сутки. Представляете, что сейчас творится на наших дорогах? Страшнейший гололед.
Вот. Нашему мэру на лампочки все эти проблемы. Ну что, у вас, как я понимаю, на сегодня у нас это все? Поэтому за нашими дорогами никто не убирается. Вот. Стас, тебя не слышно. Дай людям последний шанс. Ну, у них есть еще 7 минут. Ну, все. В общем, у нас дороги не чищены, снега не посыпаны. И, в общем, мы вовсю готовимся к этим, к выборам. Плакаты вешают и так далее. Так, а как эта компания Nordic называется, да? Так, А93. Здорово. Там где-то был. Big Brat, который состоит. Nordic, да, компания? А93. Да. Nordic Rome. Да, 89. По-моему, у нас стоянка именно здесь будет. Кто-нибудь есть из Nordic Chrome на связи? Да, есть. Так, я вернулся в голос. Всем привет, кстати. У вас куратор будет в нашем TeamSpeak? Да, точно. Должен был быть Big Brat, Игорь, но его что-то пока нету, не знаю. Здесь у нас будет стоянка, где она? Где она тут стоянка? Вот здесь у нас будет стоянка. Вот куда-нибудь сюда поставим мы палочку. Вот типа так. Так, тогда это. У вас одинаковый груз, да, как я понимаю? Нет. Мебель, да? Я, наверное. Нет, мы едем. Точно так. Мы едем туда. Третью точку надо ставить. Так, а подскажите мне, сколько весит здесь этот? 11 тонн кондиционера? Вроде того. Да. Потому что у меня же вылетел. Не конец. Но у него пинг за 1000 ушел. Да. Да. Есть такое. Ой, ты лагаешь, короче. Я знаю, потому что у меня интернет. Но... Бывает. Так, ну по массе все разобрались, да? Первый идет упакованное стекло, 22 тонны, потом, соответственно, идет мебель, потом, соответственно, идет уже кондиционер. Так я на 5 минуточек отойду. Илья, не против, что с тобой пойду? Нет, не против. Буду как раз снимать твои. Хорошо. Смотрите, по поводу выезда, первый идут 22 тонны, это упакованное стекло, потом идет мебель, потом идут кондиционеры, соответственно, остальные. Замыкающий будет Валера 22, ведущий буду я, год в год. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Юрочка, еще раз. Понятно. Все, ребята, мне там 15-м объяснил, что почем. Так, у нас до выезда осталось 4 минуты. Всем привет. Здорово. Привет. Вот, значит, приветствую вас всех на нашем пятничном конвое. Прошло у нас уже 4-5 недель. Сегодня последний рабочий день. Сегодня мы доставляем последний этап строительства нового корпуса на территории АЭС Сан-Варан. Дорога у нас будет шизанута, сразу говорю. Как говорится, пожелание одного из Разимпериев. Я выполнил его пожелание по построению маршрута. Немножко скорректированное с Авой Юрчиком. Значит, движение конвоя, соответственно, год of год ведущий у вас. 22 тонны упакованное стекло идет, потом, соответственно, идет мебель, потом, соответственно, идет кондиционеры и замыкающий у вас Валера дважды два. Валера. Ну, короче, Валера. Вот, значит, что касаемо, помните, да, по поводу обгонов. Обгон совершается, значит, с предупреждением о том, что вы идете на опережение. Это две полосы и более на узкоколейках. Обгон запрещен. Значит, по поводу красного света разрешается приезжать, если мы не создаем дорожных помех.
для встречного поперечного транспорта, как говорится. Что там, уже выезд, что ли? Нет, нет, я на ремонт просто. О. Не, выезд, не, выезд часов, 8 часов, поеду, но я же поеду, вы увидите. Вот, поэтому лично от себя вам желаю хорошего настроения, приятной дороги. Я смотрю, упакованное стекло улетело. Как говорится, закончим наше строительство, после чего я передам эстафету Юрчику. Да? Да. Ну, ребята, соскучились по тебе, мне уже писали, когда ты конвой будешь делать. А меня это устраиваешь? Понял? Все. Хорошо, что у меня нет камеры, я хотя не видит, как я краснею. Да ладно. Нет. Надо новое мероприятие сделать, так что работы много, конвоев будет много. Мы будем скучать по тебе. Не надо скучать. Я просто немножко отдохну. Он же никуда не денется. Я так 5 недель катался с вами. И что, не понравилось? Это просто игра немножко надоедает. А ты как Юрчик разбавляй. Дота, GTA, потом что у нас? Корабли. Все по чуть-чуть. Кто тут Доту играет? Ого, сразу. Есть люди, которые играют в Доту. Не буду говорить их ники. Так, давайте не будем об игрушках говорить. Итак, 8 часов. Распорядок дан. Не забываем про освещение. Конвой начинает движение. Не забываем, что в городе может присутствовать движение, так что соблюдаем правила, смотрим по зеркалам. Лёха. Да. Лёха. Не, да. Илья. Лёха, можешь добрать? Всё, колонна пошла. На что? Да, соответственно распорядок движения выдан. Сколько это взялось? Вроде в регламенте, сколько? 2%? В регламенте, да, 2 указаны грузы, но если указалось бы 3, очень много было бы упакованного стекла. Это особый груз. По-особо выдавался. Да, ну, сенсей, подожди немножко, ты тоже это получишь в скором времени. Лёха? Юрчик, я бы с радостью за Ильей еду. Понял тебя. Могу вернуться. Лёш, потом догонишь. Иди, вернись. Он за тобой. Кто у нас на базе? Миша, ты на базе? Нет, я. Я тут четвертый. Все, тогда Лёша возвращается, цепляй Юру и возвращайтесь. Да-да-да, сейчас сделаем. Тут как раз куча платок будет, я пока скорость 50 держу. Юра, мы тебя не оставим. Спасибо, добрый. Ну, надо все-таки пораньше приходить чуть-чуть. А в форс-мажор в Порденте. Бывает. Я вот надеюсь, что со временем ребята все-таки уже приобретут его DLC, потому что скоро выходит новый DLC, и конвои будут более разнообразнее. Так, и, соответственно, потом дальше уезжает. Появится конвой с очень длинными маршрутами. Какой еще DLC выйдет? Понятно. Балканы выходят. 4 человека стоят, я поехал. Калининград и Прибалтика. Так, я откладывается. Ну, выезд как раз складывается. Проснулись. Так непонятно же, кто едет. Все ждут. Дважды два выезжай, потому что я буду немножко лагать, и тебе будет очень хреново за мной. Давай, езжай, все нормально.
Ну смотри, ты сам напросился. Маляр, он очень будет сильно лагать. Биг брат. Терекс остался, я вышел. Биг брат. Всем привет. Вы что, уже уехали? Здорово. Да, да. Только выехали. Ты там в 15-м канале нашем скажи, чтобы выезжали. Я вот тут смотрел. Так я вообще-то им все сказал в 15-м канале. Они выезжают? Не знаю, я уже выехал. Я-то не вижу. Юрчик, на меня. Зачем ехать того? Биг брат, давай на меня прыгай. А ты с чем? С каким грузом? Да я сейчас возьму груз мебель, того с мебель, что у нас у всех 16 тонн. Ну вот, первый идет упакованное стекло, потом идет мебель, потом идет кондиционеры. У сенсея проблема. Я сейчас дискорд открою. Чего у сенсея? Вы разъезжали. Вы что, начали выезжать? Нет, я уже вторую платку прошел. Я уже с города выехал. Юрчик здесь? Ну они стоят или уехали, давай? Все уехали. Да. Давай. Третий же сервер. Да, даю. Я сейчас возьму эту мебель, эту в Москву. Биг брат, давай на меня. Банкет на работе был. Да нет, я обычным профилем возьму груз очень быстро. Да я тебя жду. Да все уже, ладно. Ну, сейчас тогда открою программу. Мне, блин, там раскраска стандартная. Ой, блин. Сейчас, подожди. Ну, на 23 февраля я посмотрю, что я смогу придумать, конечно. Первую платку прошел. Принял. Не рассчитал это что-то как-то. Может повторить конвой на 8 марта мы? Этот же? В розовом цвете? Помнишь, да? Мой конвой на 8 марта. Когда ко мне подкатывали-то. Что, простите? Да они не. Ты не помнишь? У меня тогда не было. В смысле тебя не было? Ты полжизни пропустил. Не было. Как тебя могло не быть, если, блин, почти полностью присутствовал весь Евротранс? Как тебя могло не быть? Жди, давай, езжай. Я сейчас возьму груз, у них другая программа, которая очень быстро бежит с груз. Короче, он навигатором воспользуется, едем. Как ты можешь не помнить мой конвой на 8 марта, где мы были розовыми и большинство, ну, как говорится, по тайному сговору переименались в женские имена? У меня еще ник была Маруська. Когда я приехал на базу, там сразу слюни там. Она говорит, лучше паркуется, чем куча других мужиков. Просто на протяжении конвоя столько любезности в свой адрес выслушал. Блин. Что, Игорь, говоришь? Игорь. Нет, ничего, все нормально. Сейчас я беру груз и выезжаю вас догонять. Маршрут мне проставлен. Тебя не знаю. Нет. Первый законопился, подкинулся. Я поехал. Юра? Юра, да, ты... еду. Угу. Валера, какова скорость твоя? 111 набирается. Да, слышу. Сейчас колонна дособерется, и мы будем ее поднимать. Так, еще раз, Валер. 87 пускается. Колонна догоняется. Все, колонна догнал колонну. Валер, скажи, сколько у тебя до финиша?
Дофига у меня груз не в тот город. 1430 километров. 1430 это именно в этот город или в Париж? Именно в этот город. Отлично, нет. Спасибо. 1972. Ну, у меня 1966. Смешно. Где это ты пропустил? Может быть. Так, круиз 60. На сзади 30 опускается. Ну, притормаживай, да. Что такое? Ты обе платки прошел? Да, после заправки я уже. Здесь просто небольшая так, зигзаги, крутые повороты. Притормаживай. А что, у меня нормально все? Что-то у меня со скоростью не то. Ничего себе, у меня пинг 100 показывает, это для меня прорыв целый. Ты провайдер решил не издеваться, он только говорит, ну ладно, возьми еще скорость. А, не, он передумал, 150. Есть. Поднимаю до 70. Не рановато ли? Может не рановато, что все проедем нормально будет. Кстати, мне Балканы очень понравились. Я скриншоты смотрел. Даже круче, чем Италия. Какие Балканы? Что, новая карта? Ну новая карта будет, Балканы. Там не Балканы Прибалтика. Вроде, а Прибалтика. Не, ребят, не путайте. Прибалтика не входит в Европу. Так, она в Евросоюзе. То есть, какие города, прям скажите? Ну, там это Чехословакия, Словакия, что там еще, блин? Ну, это разделенная Югославия. Хорватия, Хорватия. Что ты путаешь? Ниже. Да я не помню, понимаешь, я просто там написано, что просто Балканы, все. А что туда входит? Они еще не написали. Они просто выложили скриншоты. Но скриншоты похожи больше всего на Прибалтику. Ну, больше там... похоже на нашу как раз, нашу сторону. Наверное, старые домики двухэтажные такие. И машинки, соответственно, как в Хорватии. Ну, в Хорватии же много наших машин. Так, по всему бывшему соцлагерю много наших машин еще до сих пор. Соцлагерь мы это ГДР, Словакия, Польша, Болгария. Болгария, Румыния, соцлагерь. Они собираются ту дефолтную карту переделать? Собираются. Инки, ты где вообще? Вроде шел. Да нет, да, в пределах твоей видимости. А, ну я даже в зеркало не вижу. А, ты в 150 метрах, ясно. Ну, короче, мне понравились эти пейзажи. И особенно понравилось, что они, как я понял, они еще дорожки с гравием добавили, дороги. А, это интересно. Народ, конечно, запрашивал эти дороги. Давно уже. А физику они добавили на этот план? На что это? Печь, на эту дорогу, там физику, чтобы заморку дали. Туда никто не ездит. Да вряд ли. А почему нет? Им же достаточно взять мод, который там хорошо работает. И просто его оптимизировать. А авторские права не хочешь? А как они поступили с какой-то TLC-шкой, которую они просто, так сказать. Да нет. К сожалению, авторские права теперь по файлам проверяются. Выкупят. За 5 баксов. Ты знаешь, чтобы забрать. Человека, который сделал эти DLC-шки на скамейку и на DAF. Им пришлось этого человечка в штат взять. Так как и с резином и с Мишленом паком-то. Не помню, как это мододел-то был.
У него же были еще гуди, еще какие-то, они его тоже в штат взяли. И за колес там. Да лучше бы взяли бы, да и купили бы карту. Прошу. Про. Ну, промоции так за деньги, если всю целиком брать. Ну да. Не, сюда бы взяли. Да, договорились бы с разрабами там, блин. Дали бы там, что-то тебе не видно. Рисовать ничего не надо, уже все нарисовал. Вон пускай ТСМщик возьмут карту и купит их, и в штат возьмут, и все. И будет вам и Африка, и черное что будет. И рисовать ничего не надо. Так как я в какой-то деревне прошел круговое движение. Да, хорошо, идем плотненько. Просто 22 тонны тяжело разгоняется. Деревня называется Русая. Или Рус. Я не знаю. Я французский. Время... Французский надо учить просто. Я все время путаю, когда у них конечные буквы читаются, когда не читаются. Когда гласно читаются и не читаются, если такое. Значит, Русе. Русса. Русса, да. А ведь у них раньше все буквы читались, а ты что-то как-то переделка пошла в каком-то году. И началась по бакханале. Здесь летом красиво. Вечером или рано утром. Да и днем ничего. Ну, сейчас зимний мод стоит. Он немножко скрашивает эти деревья. Пустые и все остальное. У меня уже не стоит. Да я понимаю. У меня зима преподнесла сюрприз. Какой? Ну, после, так сказать, морозцев 16 градусов, у нас в пятницу плюс был с дождем. Представляешь, что сейчас творится, если у нас после этого не было снега и ударил опять слабенький такой мороз. Так сейчас шел домой, люди разъезжаются в разные стороны. Нет, это после корпоратива. Да, свет. Добавило. И что самое удивительное, будущие 2 недели, по-моему, будут такими же. Погода с ума сходит. А я негодую. Потому что никуда не выйти, никуда не скорость 50. 60, город 60 в конце. Ну 60-70, ну плюс минус подъем, да. Был просто например, вообще лимит 80. Кстати, у этого прицепа нет подъемной оси. Стекловоза? А у него у стекловоза нету подъемной оси в реальности. За
Возвращаю 70. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. 70, возвращайся. Что, зря? Не, наверное, зря вернул 70. Опять город. Маленькие деревушки. Вот, противно, зачем они делают 50, если тут вообще, можно сказать, населенного пункта-то и нету? Положено так. Зигзаги для этого. А, чтобы он в речке не искупались. Уехал в Рамзам. Я бы попробовал. Рамзам-зам-зам, да? Да. Я когда скинул эту песенку кому-то... какому-то человеку, потом у него этот вроде бы Рамштан Рашта, а он Рамзам-зам, Рамзам-зам. Заправку проехал. Принял. Выехал из Розана. Мы пока на круговом катаемся, круговых. А, реклама велосипедов. Так, что у нас, ремонтные работы? Да. Ремонтные работы, проход по нашей полосе. Это прокат. Ты знаешь, я за всю жизнь вождения перестал вообще читать рекламу. Не, ну ты просто обратил внимание, а я прочитал. Блин, зоркий глаз у тебя, Михаил. Я еду 40 км в час, успел все рассмотреть. Мне не хватает ям, неровных дорог. Как говорят, мне не хватает русских дорог. Спинтайрес. Спинтайрес. Спинтайрес с карты от из ETS, да? Ну почему бы нет? Там Запорожец есть в Спинтайресе. Кстати, классный. Я на него еще от души покатался. Он даже гребет. Кстати, там как-то физику переделали в обратную сторону. Там это самый здоровенный МАЗ, все хуже едет. Просто... Я еще не ездил на нем. Я знаю, что КамАЗ стал хуже ездить. Урал мне очень понравился, как себя ведет. А КрАЗ похуже. КрАЗ раньше лучше. Ну вот просто в Спинтайрсе он лучше ездил. А в Медранере он хуже едет. А Урал вообще четко едет. На 66-й пробовал. Решили, знаешь, как это оставить хотя бы одну машину, которая нормально проходит. Ну, так он берет мало. Ремонт прошел. 63 набираем. Разгоняюсь. 80. 70. У меня ни с того ни с сего 8% повреждения прицепа. Ну это вряд ли, с того ни с сего. Да я ни во что только что не въехал, я просто как объехал, и мне тут бас написал 8%. Значит, ты мог знак сбить. Знак въехал. Я тоже на днях. Теперь был. Знаки наносят, кстати, очень большой урон, даже если ты на маленькой скорости прошел. Задел знак, все, хана прицепа. Вообще по прямой, и этот урон капал. Незначительный, правда, но все же. Это если ты не с габаритом идешь. А если у тебя ось не соответствует грузу, который ты взял, то идет этот урон грузу. Ну это можно. Ну я заметил, короче, я, допустим, карго вожу на трехоснике. И вот бывают места, допустим, подъемы, да, какие-то там. И 4 оси он довольно ровно держит, я имею в виду низ, ну, карго. Если трехосник, он чуть прогибается, и он цепляет дорогу. И, соответственно, бьется об нее. Ну, они добавили смысла 4 осям. Поднял до 80. Да? Да. Если что, Илья, я в колонии, Лёхи пока нет. А где он? Лёха. В процессе. Кстати, если кто 50,
Кстати, если кто будет заметить, через мост будет проезжать, кстати, заметьте, они добавили первые неровности. Где? Ну вот мост будешь приезжать, где-то ближе к концу ты почувствуешь неровность. Я уже его проехал, я не чувствую неровности. Я тоже проехал, никаких. Ой, а у меня машина, короче, скакала. Значит, не тот мост проехал еще. Разгоняюсь, возвращаемся. Не, реально, просто я еду, но дун-дун-дун, у меня кабина вся трясется. Ну, такой небольшой отрезочек. Не, вот на Кир запрашивал маршрут и не присутствует. Скотыняка. Так, не пали наш. А чё мне палить? Я человек честный. Просто привет ему передай. Да. Да, я передам ему лично привет от себя за такой машину. Ага, привет в кавычках, да? Я тебя же держать. Не, ну просто человек попросил, я реально старался. Юрчик даже меня сказал, что типа Илюха Заяза, это слишком экстремальный маршрут, давай укоротить, давай ему полегче сделаем. Помнишь, Юр, да? Первую часть, первый маршрут, который я тебе показал. Я стараюсь не думать об этом. Это нормальный маршрут был. Ты говорил про большой такой мост, да? Да. С колоннами? Да. Но я ничего против не имею. Что-то как-то на пару миллиметров моя кабина сдвинулась. Но это не неровная дорога, это ровная дорога. Согласен. Это еще смотря с какой скоростью проходить. И смотря с какой дорогой сравнивать. Так, короче, я разворачиваю колонну, пробуем, короче. Да? Давай еще раз. Город 50. Чтоб все оценили. И как раз я, может, успею дальше от вас. И главное, сильно не нарушай, а то письма счастья получишь. Ну, да, понятное дело. А знак 50 только сейчас. У вас так... Лучше поздно, чем никогда. Кстати, очень красивые места, приятные. Я, короче, поставил точку на Лотосе, еду сразу туда. Как говорится, за заправку будем благодарить Юру. Притом за именно. А чё с заправкой не так? Всё хорошо, нормально, там попадём, шую, всё. Мы с Юрой нашли вообще. Вообще. Супер. Спасибо, Илюк, что ты не продолжил. Юрочка вообще в масляную краску загнали, молчит. Не, он с ребятами общается, он же стримит. Нет. Нет, не стримишь? Нет, пока что. Тогда непонятно, что такое необщительный. Юр, там бои все нормально едут, да? А, я не вижу, я в замыкании. Ну, я твоих вижу, вроде бы как идут. Я не знаю, сколько их было всего. Разогнался до... Разгон до 80. Круиз 80. Ну, вроде плотно идут ваши. 10-4. 5 или 6 человек твоих вижу. Их пятеро, по-моему. Я не могу понять, ты с ними в Дискорде не сидишь, что ли? Я с ними сижу в Дискорде, но получается я стартанул только старинный, получается, я сохранялся здесь. Старинный, получается, стартанул. Так ты просто в Дискорде бы спросил их, ребята, вы все есть? А он с нами общается. А. Вышел, ну это за ним вроде еду. Психанул? Кто-то психанул? Ну да, типа там сам. Слишком медленно?
организовывал, ни в Одим я не пришел, и они, говорит, не в курсе того, куда ехать сюда. Ну, вроде относились к этому делу спокойно, один психанул. Ну, говорит, ну, психанул, всякое бывает. Ну, пятница нервная, видимо, очень. Ну, бывает, да. Организатор должен присутствовать на совместном конвой. А видите, мне получилось, как это сказать. Да я вроде, ребята, не обделил информацию, я вам все сообщил в 15-м канале. Шансы опять проблема, видимо, да? Да, вроде бы. Я в таких ситуациях боюсь. Да, его даже, он что-то говорит, но ничего не слышно. Ну так, ребята, вам объяснил, что там, говорит, я, говорит, в этой компании сообщество долго, много лет существовал. Если я там владист у вас, уважайте других. В смысле, уважайте? Не понял, ну ладно. Ну, в смысле, уважение проявлять людям нужно. Ты молодец, правильно. Михаил, опасно ездишь, опасно. Ты что-то как-то тормозить начал, да? Я уж в самый последний момент круизом-то начал убавлять. А у меня, я не тормозил, это у меня просто этот, в гору шел. Ага, надо было педали подкручивать. Это уж не педали, а двигатель нужно было подкручивать. Не, там надо было еще педальный привод на двигатель и педали крутить. У меня же стоит, я вижу. Это, видимо, лайфхак от бывалых. Да-да. Ага. К моему 580 еще добавить 10 единиц, да? Ну, у тебя 580, у меня 540. Уже 580. 500 ровно. Ой, вообще. Ну, у кого 490? Ладно, посмотрим, что у нас 8 марта. 29 мая. Зачем тебе 8 марта? Кто ведущий? Кто до перекур осталось? Примерно километров. Да чтоб я знал, вообще забудьте этот вопрос мне задавать. Еще. Я же не вижу себя на карте. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Хороший ответ. Когда-нибудь люблю отличать, когда-нибудь да приедем. Вы прям меня решили обрадовать. Да. Я, наверное, догоню на стоянке. Наверное, да. У меня есть 4 заветные буквы. Не, у меня только 5 получается в голове. Не, карта ТС. Так сразу. Да, наверное, ты нас, как говорится, еще не скоро догонишь. Мы вышли на трассу, круиз 80. Обрадовал. Ну, я даже нашу эту заправку вижу. Заправку проехал. А то меня эти полтинники уже задрали. Не, ну там просто красиво, на самом деле. Я даже очень рад, что мы ночью, ну, не ночью поехали, да. Я просто помню наш конвой, они постоянно начинались ночью. Сейчас вот хотя бы днем выезжаем. Хотя странно, кстати. Легким движением руки. Ты ушел в отбойник? День превращается в ночь. Черная краска вдобавок, да? Удивительно, как мало народу во Франции. Кстати, никто не заходил, когда заходил, сколько народу на сервере было? 900. Опа. Ничего себе. Сейчас мне скажу.
Так, по-моему, я вышел на А-75. Не сильно вогнул? Да нет, я даже не заметил. Я тоже. Ха-ха-ха. Ну, просто с ней веселое настроение, завтра будет немножко попорченное, так сказать, настроение. Сегодня веселимся. Ну, как бывает, день так, день так. День хорошо, день плохо. Ты посмотрел, Валер? Направо-налево. Нет, ты сказал, что пойдешь посмотреть, сколько людей на сервере. Магнет, скажу. Я сейчас перезайду, тогда все равно меня кипнет. Я выйду сейчас на трассу и перезайду. 1410. Странно, что-то в пятницу мало народу. И 1407 во второй раз. Через секунду, короче. Мало, мало для третьего в пятницу. Так все ж на втором. Ну не, ну я знаю, что на втором, на обычном второй к 8 часам забивается полностью, даже с избытком, и на третьем сервере в районе 2-3. Ну я помню, что на прошлом кого и люди в очередь как бы ждали. Сегодня черная пятница. Афро-пятница. Тогда уж негро-пятница. Не-не-не, вот тот предыдущий лучше. Я не расист, меня так в школе учили. Да, я тоже хотел сказать, что нет такой расы афроамериканская, есть негроидная. Согласен, мне тоже так сказали, что есть раса негроидная, и черные это негры. А никакие не афроамериканцы, так? Не, ну афроамериканцы это которые в Америке. Вообще по этим... называют африканские племена или негроидные, как это, негроидная, блин, раса, да, да. Вы сколько здесь, 90? Нет, 80 идем. У меня больше, у меня это предел 80. Назад идет 20, разгоняешь. У меня предел 90, а у меня беспредел. Беспредел у тебя дома? Везде. Кошки с собакой не дерутся. Котопёс, котопса создают. Лёха, я тебя вижу. Ты надогнал. 10.26, опережение. Свои. Тут всем привет вам передает Никола. Да, мы слышали. Женский голос. Мы слышали женский голос. Откуда вы? Твоя жена говорила, чуваки. Нет. Это не, ну что, у меня одного, что ли, глюки? Это нет. Программка. Ну, уже Стас подтверждает, что да. Мы слышали женский голос на заднем плане. Уже все, блин, у кого-то. Это, наверное, телевизор был. Да, и сказал, ровно сказал привет, да? Ну так, значит, пропало так. Держи пока 70, сейчас поворота пройдем.
на Лимож прямом повернуть. Не, ну, да. Круиз 70. Сейчас повороты пойдешь. Клермон. Стремно на 80 их проходить. Зато весело. Нервное движение рулем такое. Оп-оп-оп. Какой там? Формула 1. Туда-сюда. Потом только. А где это? Симпатичный зимний лес. Ушатал грузовик. Не, я говорю, вот маршрут, вот именно он такой долбанутый, но он довольно по красивым местам идет. Потому что вот большинство, я тут решил позыркать, короче, ну, другие мероприятия, особенно на VTC-панели. В 70% просто автострада одни. Ну, куда GPS ведут, туда они едут. Нет, они просто в основном едут по автостраде. То есть минимизируют узкоколейки. Город 50. Народ любит летать. Это у нас вот у нас ладис два. Один любит трассы, я люблю узкоколейки. То есть получается, если я создаю конвои, в основном одни узкоколейки. 80% узкоколейка. Если еду в конвой, который создал он, то есть там 80% трасс. Не, ну с одной стороны это правильно. Во-первых, что такое трасса? Это экономия топлива и уменьшение потери резидоустойчивости. То есть. Износ резины. Износ резины, да, правильно. Илья, можешь дать ближайший город вас? Конвой там по 4800 проехали, я даже не заметил. Ближайшие. Мы сейчас на данный момент идем на север. На стоянку АЗС. Уже до Перекупора доезжает? Ну да. Что-то я его не вижу. То есть у нас Лимож. Мы идем на Лимож. Понял, прыгнул. Еле мультик запустил. Алекс, ты чё меня там толкал? Я так и не понял. За спецгруз узнавал. А. Ты сейчас а чё, без груза? Да я только запустил мультик. Мне что-то сокет выбрасывал, ошибку не пускали. Сокет выбрасывал ошибку. Там куча надписей, знаешь, там про сокеты много написано. Уже неоднократно. А, сот что ли у тебя? Синий экран выскакивал? Не-не-не, это... Connection error. В общем, там... канал закрывался, в общем. Рано. Короче, интернет опять. Ну вот, короче, то есть расход топлива, расход, соответственно, уменьшение износ резины и полностью усредненная скорость, то есть 80. Ну, соответственно, и быстрее, меньше времени тратится на конвой. Ну да, в принципе, время не замечается. Трасс. Я люблю все-таки совмещать приятно с полезным. А мне нравится вот пуск колейки, мчит где-то 80 максимум. Получается длинная, красивые места проезжаешь. На 80 ты их пролетаешь, не замечаешь. Нет, ну пуск колейки 80 нормальная скорость. Это не 130 по трассе. Город 50. У нас обочина, хвост внимательней. Принято. Вижу. Что-то заснул, товарищ. Я походу только появился, потому что не было. Нет, он что-то перед этим говорил. У нас впереди не было. Не, это один из наших. А блин, я просто уснул. Нормально, бывает. Так нудно говорили, так он прям, что уснул парень. Это потому, что мы срач не развели. О, точно, господи, ё-моё. Как у нас, я помню, 60 человек сидит, и просто кто-нибудь что-нибудь крякнет, и понеслось.
кто-нибудь кого-то задел, просто капельку грузовик. Все говно, все в канал. Да, конечно. При том, что у меня температура дома плюс 28. Да. А это здесь при чем? Да жарко просто, зараза. Это просто тема для разговора. А. У меня, говорит, 28. Говорит. Ле бурже. Давайте дружно позавидуем человеку. Мне даже завидовать не хочу, я люблю зиму. Ну у меня холодная. В квартире-то больше, чем 28, но на улице-то так, фигня. 9 градусов. Я потерял. Сегодня просто от души машину откапал. От души? Интересно, чьей? От этого, от души снегоуборочника, который проехался и закопал мне машину. Это типа комбайны у вас там убирают? Да. Мерседес, если точнее. А что денег хватает, то и убирает. У нас закуплены мерседесы большие. Большими котлами. Впереди. Ну да, он тебя, наверное, хорошо наверх насыпал. От души я бы сказал. Я же говорю, от души копал. Проклинаю все на свете. Город. А, красота. Лепота. Привет. Привет. Салют. У тебя в архиве, Антон, я тебе скину. Что? А, да. Ну ты ж просил, я тебе кидаю теперь. Спасибо. Самое противное это было откапывать колеса. Это вы где-то полчаса или 15 минут назад выехали? Да уже минут 40 назад. У нас как бы старт в 8. А, блин. Ну, просто час приходится, на Кивин едем. 50 минут едем. 46. Да, 46, поддерживаю. Еще 46. Самое противное, откопал колеса, короче, и все, и не туда, и не сюда, блин, шлифует и все. Хорошо хоть эти подстилки есть, блин, полезная вещь. Цепи на мёд, на маты. Вот, блин, мне еще заняться нечем, еще тратить время на цепь, потом ее снимать, потому что ее на асфальте она не очень себя ведет. Нет, я подстилку положил под правое заднее и все, выехал. Еще одно применение подстилок. Я вот по пятницам принципиально не езжу, потому что такое впечатление, что в пятницу все, у них реально у всех водителей сразу отключается мозг. Так пятница, ё-моё, какой там мозг, и что мне? Поэтому я с утра на городской транспорт со спокойной душой дал 22 рубля, меня привезут на место. 22 рубля, блин, у нас 40. Так, и в Москве еще больше? 40. 40? Ну, у меня на маршруте 40. Это просто единая цена. У нас коммунисты, я с метро перепутал. 20 рублей. Хотя в Северодвинске, где я был, у них 25. Да-да. Вот у меня приятель в Серпухове живет, у него тоже московские цены, а до Тулы отъезжаешь, и там уже как у нас. Даже, по-моему, дешевле там у них было. В Липецке 17. Ну, в Липецке, как я понимаю, зарплата, соответственно, невысокая. Они же еще из среднего прожиточного считают проезд. Ну, и условия проживания. Не, ну судя по нашим водятлам, они считают проезд с неба. Угу. Круиз 70. О! Время погоды сменилось. Вот у меня тоже небо голубое стало. Что-то небо голубое. Да, мы не сторонники разбоя.
Илья, мы там, где стоянка да была, там что это, No Collision, да, Антона подхватить? Не подхватим. Нет, там No Collision нету. Антона можно только в городе перехватить. Ага. Почти прополз. Красивая линия. Зелененький, синенький. Это сейчас грибочки или ты смотришь точечки? Точечки. Скорость 70. Платку прошел. Угу. Мы как раз приближаемся к стояночке, ребята, будьте внимательны. Не убейтесь друг друга. Разбираем места заранее. Согласно купленным билетам. Не, они, конечно, прикольно сделали. Я только вот приближу, я сообразил, что это они изобразили ДНК. До финиша сколько замыкающего? Около 690. Блин, брат. Чего ж ты так нервничаешь, что до финиша-то? До финиша. Отлично, мне еще 30 км до вас. Не, просто стоит компания, они все расстояние замеряют, сколько до финиша осталось. Все едут до одной точки, берут груз именно в эту точку. Так, внимание, заправка двойная, будьте аккуратны. Проезды не перекрывать. Поэтому если догоняешь кого-то, просто замыкаешь, сейчас скажешь до финиша и сравнишь свои отметки. Всем приветы. Hello. Привет. Привет, Женя. Здорово, Стас. Салют. Привет. Здорово. Thank you.
Так, паркуемся на обоих, на обеих стояночках, так что желательно, как говорится, на первой стоянке паркуется стекло, и если есть свободное место, потом паркуется мебель. Ну, соответственно, кондиционер уже, получается, остаются на второй. Так, я вроде въехал, можно стартовать. Начало. Ребята, плотнее паркуемся, пожалуйста. Не экономим, экономим место. Сейчас я перестроюсь нормальненько. Стас, слышишь? Ближе ко мне. Я знаю. Так, у нас сейчас 20 часов 54 минуты, стартуем в 21 час 05 минут. В 21 час 05 минут по Москве. Так, я курить. Через сколько выезд? Право. 5:10. Ну, у вас вообще напишите в чате время выезда. 10 минут, ребята, 10 минут. Двадцать один десять или 21:05. Принято. Итак, ребята, вроде мы как-нибудь запарковались, ё-моё, как-то. А теперь я пойду и покурю. Лелов, мог бы въехать, тут нам местечко как... А кто что знает за мероприятие на воскресенье? А что его знать? Там от администраторов Рокер МП, что-то со Шкодами рекламка. Ты можешь ехать с одной точки сначала или с Ренса, в любом случае... Там по Великобритании что-то. Да, воссоздание реалий или как-то так я трактовал. Нет, они где-нибудь сделали типа аварии, что нужно будет объезжать, подождать, пока встречка проедет, ты там приедешь, может, коллеги где-нибудь, может, где-нибудь на трассах там будет. Ну, реал лайф создадут, условия реальной жизни создадут. Не реальной жизни, а ситуации на дорогах. Ну, ситуации. Реальные ситуации, ладно. А во сколько там по времени, если по нашему? В 9 по МСК. Утра вечера? Вечером. А, на вечер тогда успею. Ну, по-нашему у меня с тобой это 8. Лев, влезай вон, у тебя местечко есть. Да, наверное, отошел уже. Ага. Ну ладно.
А, не выложили новость за это дело еще заранее, начало недели, как-то затянули, и сейчас не выложили, потому что этот Кроны новость, чтобы была в топе. Все видели за то, что Кроны скоро будут. Ну, подобие Шварцмиллеров даже, наверное, чуть лучше. Ты про Крон? Да. Да, да, они уже с ноября его делают. Я думаю, в течение месяца DLC-шка выйдет. Тогда как-то ты губу раскатал. Почему они с ноября делают? Если проанонсировали, значит, еще не месяц должны. Может быть, вскоре этот запустит, как его, следующий патч. Сколько осталось? Ни часа под рукой нету. 21.05 выезжаем, да? Да, минута 2-3, по идее. 3 минуты. А где эта стоянка? Ну, между двух платок? Лечу к этой стоянке по этой трассе сверху. По А89 там такие зигзаги на дороге. Вот между ними. Между двух платок перед. Да, вижу, да я вот сверху иду по этой 89-й, сверх спускаюсь. Да, ну вот. Потому что я уже проскочил до А10 аж. Вот отметка как раз проходит. Есть заправка, которая в центре двух дорог. Вот мы на ней. На 89. А это какая-то конторка рядом? Вот они, вот здесь. Нет, это посреди трассы. Дороги расходятся, и по центру заправка. Ну там недалеко есть конторка, но не на этой заправке. А вот они, все у меня появились. Чего случилось? В чем проблема? Что за... Кто-то умчался слишком далеко. Уже до А10. Уже до А10. Я уже за Бордо выехал. Ух ты, он с этой улетел. Это ну, там между двух платок есть заправка. Я думал, вы там. Нет, между двух дорог. В центре заправка, мы там. Там две платочки рядом, да, с развилкой? Ну, ты повернул налево, надо направо. Толпа народу. Да я с Лиможа выезжал. Ну, в общем, на 10 все, можешь все останавливаться и перепутил. И уже на 10 поскакал. Он думал, что мы как раз между двух этих заправок. Ой, между на двух платок. На 10 мы стоим, он думал. А мы на А89. Проехал дальше. Нет, уже до третьей заправки доехал. Останавливайся, делай перекур. Мы тебя догоним. Да уже стою на А10, ладно. Все замечательно. Так, я здесь. Так, мы будем сейчас искать замыкающую группу, это вон она. Пойдем посмотрим на нее теперь. У них тоже включена какая-то задняя. Вот так они все стоят.
Это замыкание, мы там стоим, кто тут, кто там. Всех не объять взглядом. Если только так поставить. О, мы видим и их. И видим, и нас видим. Мебель везут с маячками. Интересная вещь. Радиоактивная мебель. Негабаритная мебель. Взрывоопасная мебель. Ножки у стола просто за кузов торчат. Ну это ладно, если он торчат за кузов, вешается красная тряпка, такой, ну, красный знак. Означает, что то, что не габарит, а включение. Не, ну сзади-то у него там что-то на кузове нарисовано, а впереди-то предупредить, что у него не габарит, ну вот магнитол. Итак, 5 минут. Думаю, начинает движение. Инки, выйдешь или задом сдать? Да не, я выйду. Итак, все. Ну, Михаил, вперед. Все. Ну, давай, Миша, давай. Блин. Ну ладно. А вот Антон. Поедем за ним. Что у него получилось? Вон да, спасибо. Я сказал, Миш, вперед. Взял, повредил мне груз. Я вроде не задевал его. Да, задел. Ну ладно, не надо так. Задел уже все. Теперь он обязан его морально уничтожить. Саша пришел курить. Теперь ты будешь рулить? Все будут ролить. Понятно. Еще раз скажи, ты пропадал в связи. Круиз 60. Да вы курите. Вы все перекурили. Антох, ты едешь, нет? О, какое небо голубое сразу стало. Какое небо голубое. Мы не сторонники разбоя. Вот такая у нас необычная сейчас. Я выкинула из игры. Ё-моё. Так ты умеешь перезайти-то? Догонят. Умею. Догонят. Кстати, гад, тебе повезло. На том месте, где ты стоял, появился этот... Антон. Я не гад. Я год. Ну да. Ты уверен в этом? А там читается через ОА, как корова. Ну, да. Там читается God of God. Вот сам, вот сам сказал. Ну я имею в виду, кто не знает английский, они читают God of God. Жаки, вы едете? Ага. Yes, of course. К вам с этим, с шредером, внимание. С фрезеровщиком пошел вам обгон. Блин, микрофон был отключен. Так, Маквин спит, я отрубал. Стекольщик к вам пошел. Мак, молния, Маквин нас догонит, тут затыно. Это на каком языке было? Чуть-чуть швидко їдьте. Ой, чё я делаю-то? Не туда поехал. Стою на месте. Оу. Сейчас у кого съемки были, это было интересно. Чё, пошёл по самому не хочу? Да нет, тут парочка решила разминуться немножко. На повстречке. Пришёл, куда мы сейчас
переходить и перезаходить. Добре? Отлично, ждем вас. Окей. Ребят, сколько до конечной осталось? 605. Ну, около 600. У меня еще 1055. Что-то я не понял ничего, метка слетела. Я не знаю, что-то и прямо, и направо. У меня направо. Платежку прошел. Правильно, направо, направо. Не, я знаю, что направо. А, господи, да, он же рисует. Может, обратный маршрут. Надо же в другой город. Ну, в Тулузу же. Да-да. Да не, там быстро, я смотрел, там от этого по трассе прямо вниз вообще можно. Даченко груз подобрал. Там сколько у нас получается? 400 км. Полчасика. Еще сверху. Да. Разгоняюсь до 80. Знаем, что-то слева уступить дорогу. Так, отел моторчик ушел. Ну, скучно, может, у нас. Нет, он куда я ушел? Вылетел. Я еду. Нет, ты вылетел. Так, опережение давно. Тебя просто не стал. Растворился. Эй, Илья, опережение идет, осторожно. Режу. Попутка. Вышел на Е-70. Угу. Полсекунды ты там, да? Нормально. Invisible. Блин, прикольно было бы наблюдать в реальной жизни, если бы человек действительно на с прицепом карго шел больше 90. Я видел, как маленькие колесики взрываются, как каретка разваливается. Жалко, что тут такого нет. Могли бы запилить бы как-нибудь. Развал каретки-то? Или вообще, в принципе, подрыв колеса? И подрыв колеса. Тоже интересно было бы. Движок не потянет. Тогда каждый второй бы взлетал. Ездили бы этот второй половину пути уже так вот, на диске. С искрами. Да-да-да. Было бы много искр. Но они бы не утащили бы. Все просто, заезжаем на пилораму и вместо колеса бревно подставляем и едем дальше без искр.
А, временная запаска, да-да-да, я видел, кстати, как там колеса делают это. С тяжелым грузом никакой не прокатит. Почему? Смотря сколько у тебя колес осталось, справа или слева. Ну, бревнышко стираться будет за 5 минут, наверное. Ну, ты знаешь, кстати, я вот наблюдал момент, как делали колесо грузовику, ну и он со скоростью 20 км в час добрался до СТО. Платежку прошел. Принял. Километров на 20, на 25 хватает. Тут же вес, я думаю, очень большой значение имеет. Там мы же говорим про тяжелые грузы. Не, ну да, это... Да. Я с тобой согласен, что... Что не подойдет колесо от карго, для карго. Просто не габарит какой-то. Я просто помню, когда мы грузили на платформу, даже не полуприцеп, а платформу, вес был 805 тонн. И вот ошибка одного из трех крановщиков стоила того, что на платформе... Так, я извиняюсь, у меня тут это форс-мажорчик. На одной из вот задней платформы, короче, подорвалось 18 колес из-за одной ошибки крановщика. Это вот такой грохот был, я не знаю, я просто оглох на время. 18 колес одновременно подрывается. Одно-то на разрыв, когда там такой грохот. Но они маленькие, они же маленькие. Там давление-то в них нехилое. Какое там давление? Сколько? Там давление стандартное. 3-4 килограмма. И просто много. Они стоят парами. Ну, им это близко друг к дружке специально. Для того, чтобы распределить массу. Просто третий крановщик, который как раз задницу держал, он слишком быстро смайновал, и получается, там надо было груз ставить, ну, я имею в виду ровно, одновременно. То есть три крана одновременно работали, а он чуть этот перемайновал и на жопу положил очень быстро. Жопа не выдержала. Надо это место заполнить. И вот потом, короче, груз ставили обратно на стапель и поднимали эту тележку и меняли колеса. Крановщик третий? Он тоже участвовал в откручивании. Что же вы такой тяжелый ставите-то? Какая разница? Ракеты. Подлодка. Подлодка больше весит. Ее краном не возьмешь. Смотря какие. Даже, я тебе скажу честно, даже портовый не возьмет. Разве? А маленький? Вот эти довоенные. А, ты про эти? Ну эти, да, может, современные уже нет. Вспомнил просто то, что у города есть одна такая маленькая. Типа, как легенда города. Щука. Проект Щука. Разгоняет до 80. Круиз 80. По Бордо, не Бурже Бордо. Кстати, когда прозвучала новая этот Розы, вспомнил то, что шрафт-виллеры этот, их же расширили с обычными прицепами и сделали на шестеренке, возможно, смену полуприцепа для одного Розы, если он подразумевает с собой перевозку вот таким или иным полуприцепом. Реф изотермический. Вот если доделают рефов или там шверников кроновских, какие, какой длинный список еще будет? Ну, многих грузов не хватает, к сожалению, которые они могли бы спокойно везти. А где здесь вышел? А не при вот этот расширенный, скорее всего. Консей, вторую платку прошел. Если они расширят те редкие грузы, ну не редкие даже, довольно, которые попадаются только с одним прицепом и без вариации, конечно, тогда будет полно, а если поделают там, где и так было достаточно вариантов. Ну посмотрю, что они с Балканов нам дадут.
Круиз 80 после платки. Ты про балкона то сказал, кого-то они завтра выходят. К концу года хоть вышли. Того года. Так. Принимайте левее из заправки выходит. Словакия, Словения и так далее. Конденсаторы последние, да? Угу. Платежку прошел. Второй, да? Да. Кондиционеры. Ну, в принципе, с них часто летом конденсат падает. А иногда и льется. Таким ручьем нормально. Давай, давай, перестраивайся. Ты уверен? Да. Ну а кто за тобой будет держать дистанцию? Кто еще? Я в самый конец, если что, уйду. Давай, давай. Так и иди. Завтра я прошел. Вот с Алексом развлекаетесь. Ну и куда ты? Друг друга вошли и остались разбираться. Набираем скорость. Набираем. Страшно, так как? Вот сколько мы едем, не было ни одной встречи, кроме этих двух пацанов. Ну, выходит завтра, не завтра. В конце года, не в конце года. Все равно они что-то будут добавлять. Просто сейчас, если считать с Великобритании или со Скандинавии, уже больше маршрут получается больше 3000 с Италией. А когда-то было тяжело, ну как, задача найти этот груз на 2-300, кажется, с оплатой за... Больше 130 тысяч. Я помню, долго его искал. Ну не то, чтобы ночами и днями сидел, но под ачейку периодически подлистывал такое, когда время... Ну, кстати, эту фишку все как раз взяли с перемоткой времени и телепортацией в нужный город. Нет, я сказал по-честному, чтобы выпало вот просто по случайному. Ну я закрыл только с Италии эту ачивку. Я эту ачивку закрыл где-то во время Скандинавии, и по Скандинавии не помогло, а со стандартной картой. Этот, с Плимута в Будапешт, кажется. Вот зеленая большая. Я ж не все гаражи даже купил в Венеции. Так а какая разница? Для того, чтобы выполнить ачивку на все гаражи, ты должен, короче, отключить все DLC, и чтобы у тебя были куплены, и продать, ну, до этого продать один гараж. Если он сохранение сделается, это с DLC-шными картами, то все. Ну да, да, соответственно, это... Не, это новый аккаунт, это новый профиль надо создавать для того, чтобы выполнить эту ачивку. Да, легче купить это гаражи уже на новой территории. А не работает, Антон. Как это так? А, вот так, у меня все куплено, и все равно ачивку я не получил. Во всех городах есть гаражи. Но ачивка все равно не получена. Это какой-то глюк. У меня было на открытие карты 99.99%. Юра, скорость набирай, Алекс тоже. Вы там отстали, а то заломишь. Почему мы там не отстали? Не, там надо новый профиль создавать и без DLC загружать. Да я уже вообще на эти DLC не обращаю внимания. Ой, не на DLC, а на эти ачивки. Получил, получил, нет, так нет. Не знаю, я отлично тоже раньше так этот ачивки хотел выполнить. И выполнил их. А когда пошли новые, это с грузами вот этими габаритами, я их не поклонник абсолютно. И этот вот Франция, много чего из этого не выполнено. Памятник слева. Кстати, узнать чему.
Что там такое? Межтрассный памятник. Памятник шариком воздушным. Покрышки. Благодарю. Вот это дорожный указатель? Да нет, ну межтрассный памятник стоит, разноцветный. Как штанги какие-то. Тебе же сказали, покрышки покрашенные в разные цвета. Видимо, мода, мода. Новый взгляд на искусство. У нас же есть это мировые там эти не архитекторы, как-то скульпторы, которые из металлолома собирают и продают там за сотни тысяч евро. Трансформеры видел. У нас весь город, короче, у него никто не купил, но он расставил весь город. Хотеть медведи, роботы, все это, короче, из запчастей, ковыхов машин, тормозные диски, что-то там, и всякое. Пружины, рычаги и прочее. Да, короче, все, что можно приварить и прикрутить. Тормозные барабаны и т.д. и т.п. Да мне, кстати, идея с покрышками понравилась, то, что из них делают клумбы. У нас в городе тоже ставят на лыжном этаже, и вот выстраивают вот эти вот, как в Америке обычно, вот этих вот всяких человечков из разноцветных шин устраивают. Очень сильно надо все-таки на этот работу отправлять. 4 часа, да, не забывайте про ближний свет. Сенсей, мы на 10 уже. Сюда на 5. Я спала. А, я что-то тебя не увидел. Заправку прошел. Хорошо. Илья, говоришь, клумбы из покрышек. У меня родителям тоже понравились клумбы из покрышек, где они увидели. Я потом 2 дня эти покрышки свои старые резал, чтобы им и выворачивал, чтобы им клумбы поставить. Так что, а зачем выворачивать? Выворачиваешь на другую сторону, она красивее становится. Ну, наизнанку как бы. Не знаю, камазовские покрышки, это сверху срезал, короче. Не, ну у меня... Засыпал землей. Не, у меня свои старые легковые, блядь, выворачиваешь наизнанку. Я говорю, у меня родителям понравилось, а я корячился, так что они мне не понравились. Ой, я тут ржал, короче. Ну, сидим в этом, в автомастерской, короче, мне как раз колеса меняют на скамейке. Ну и там парнишка молодой, лет 16. И я как раз рассказываю про покрышки и о том, что, ну, типа, верхнюю часть срезаешь и, типа, землей засыпаешь и, в принципе, покрасишь, красивая клумбочка. Я говорю, единственное, что проблема с покрышками грузовиков. Но я не объяснил, почему. Он говорит, в смысле проблем? Берешь нож и режешь. Я ему дал нож, блин. Сам его врезает и не понимает, почему нож не идет. Живой. Покрышка-то армированная. Более-менее. Он раз, потом два, потом три раза. И не идет, и все. Я говорю, как бы там армированная покрышка. Или можете стараться. Там нужны, говорю, ножницы по металлу. Ну или болгаркой, а болгаркой... Не, фу, такое вонище, ну не. На улице, нормально. Да иди ты, блин. Я только словился. Я просто не ожидал, что он еще и соседи передал. Вот я говорю, мне не понравилось. Я в него тоже пару... Не, болгарка, это жестоко. Потом вот ты сам воняешь этой резиной, еще весь в копоти в этой... В обрезках. Это как бы мелочи, потом последствия там. Так, у меня какой-то передачи уже нету. Я как-то смотрел, как меняет машин, залатывают дыры на БелАЗах. Либо КамАЗу. Ну, эти большие я тоже как-то видел, ну, там до дыры. БелАЗу имеете? Это пиллеры были большие, 7908, по-моему. Ну, такие это которые эти, что ли? Да. Карьерная машина. А что, классные заплатки делают? Там дыра была сантиметров 30. Ну и чё? Срезали. Я, кстати, наблюдал, сейчас новая технология вводится, очень, кстати, прикольно. Например, мне она понравилась, и, в принципе, сейчас её затейт, ну, протестят, я имею в виду. Автовладельцы. Заливка это с резиной. Это
Это типа как раньше было, жижа в колесо задуваешь и дырку до 9 миллиметров держит, типа это подобное? Не-не-не, ну короче, смотри, там вот ты прижимаешь специальную не заплатку, то есть ты, ну, у тебя есть дырка, да? Ты типа как герметик ее выдавливаешь. А, и она за... И она застывает, короче. Вот ты обрабатываешь края дырки, заливаешь, и она становится целиково такой резиной. Ну понял. Я говорю, вот технология вот появилась такая, ее как еще в продаже нету, типа вот как для бензобаков вот этот сырой металл. Но такой клей, вот нечто подобное давно есть, Loctite называется. Даже металлы до 1/10 между собой анаэробным способом, то есть замерзает он без воздуха, при воздухе не замерзает. Металлы мерзнут. Это без камерки, да, которые ремонтируют? И вот и из Loctite-то есть еще и металлы между собой можно склеивать. Какой клей? Не, ну это я знаю, что да, есть вот эти герметики, которые металл с металлом, бетон с бетоном, там, ну я имею в виду вот... Да-да. Да, это я помню рекламу, как два КамАЗа разрывали два кольца. Заправку прошел. Да, принял, мы уже уплаточкой. Сворачиваем, конечно. Ну, идем, конечно, как это, не по расписанию. А почему? С опережением? Сейчас буду скорость сбрасывать. С опережением, да, идем. Там строители еще не нагнали, да, разгружать? Не, ну мы 4 недели вовремя приезжали, я думаю, что надо 5-ю повторить. А сколько у нас в запасе? У нас в запасе 29 минут. Постоим. Покурим, да? Вообще это прикольная технология. Вот все-таки жду нормальных омываек, которые вот рекламируют, где там побрызгал. Она типа на воске, что ли, то есть ты стекло побрызгал и все, к ней вообще ничего не пристает, ни грязь, ни пыль, ни вода, все скатывается, скатывается, и катышками как бы вниз скатывается. Что-то рекламки видел такие. Ну это ты хочешь вообще, чтобы в омывайку такую добавить? Просто такие жижи сейчас отдельно есть, типа там на керамической основе, на какой-то, ну типа масляная, ну, типа... она какая-то вот пленку создает на лобовом стекле. Мне просто она нравится тем, что дворники, чем я вот не люблю дворники, это они как дорога всегда с песком. И вот со временем, если вот дворники не чистить, да, там перед каждой поездкой, у тебя вот начинаются вот эти микротрещины. Да и выработка такая, если долгая там, и прям видно, что тут дворники ездили. Ну как бы у меня пока не видно, но я такие машины видал. Не, сейчас же есть такие полироли 65, круиз 65. Да, я их тоже видел. Я вот на скамейке, допустим, пользуюсь на спирт, сейчас на спирту. Для того, чтобы у меня лобовая не мерзла. Особенно, когда там стоишь на разгрузке, да, машина остывает, и это, лобовое стекло превращается в кусок льда. А так он, она хотя бы на, ну, проспиртована, лобовая, хотя бы на леди нету. Пластку прошел. Принял. Держу 65. Дунуть, и ты. Да? Там менты останавливают тебя, и тебе в трубку будут дунуть. И чё? Ничего. Не понимаю, при чем здесь это и дудка? Нет, там нет испарений, ты не пьянеешь от этого. Я ж не спиртом ее обливаю, а на спиртовой основе. Да, и обливает он не горло, а лобовое стекло снаружи причем. Потому что у скамейки возле запорника, извини, справа стоит. И под... и этот... Господи, на крыше. Thank you.
скорость 50. Я уже подъелась подъезжать к нему, все ближе и ближе. У тебя нормальная дистанция. Держи такую, нормально будет. Да, у меня снег пошел. В конце концов, ты можешь просто обогнать сейчас. Не, я говорю, что вот эти мелкие микротрещины, особенно когда солнце жарит, дальше, и вот асфальт мокрый. Это все, это просто такое у тебя, это, как калейдоскоп. Поэтому говорю, вот жду вот этих жидкостей, свободной продажи и по нормальной цене. Потому что за эту жидкость сейчас в данный момент просят за 0,5 где-то 700 рублей. Ее хватает раз на 7. Дорого. Ну а одного раза на сколько хватает? Ну, я не знаю, ребята, кто пробовал, хватало где-то на 2-3 раза. А если пошел снегопад, то все, можешь как бы очищать и заново это делать. Она как, я читал в интернете, она больше для весны, лета и осени, то есть зимой не очень. Ты паспорта захватили, да? Я на танке. Все знают. Да, это точно. Интересно, почему все-таки лежачего полицейского нет? Здесь должна быть система это предотвращения проезда шипами. Все-таки стратегический объект. Туристический объект только у нас может быть. У них нет, не туристический. Но вообще да. У них АЭС не хуже, чем у нас охраняется. Не, там что, во Франции одни арабы живут, что они друг друга не будут взрывать. Как раз и будут. Это дорога позапрошлого года. В прошлом году, наверное, все уже сделали. Так, ведущий прибывает на станцию конечную. Занимая места согласно купленным билетам. Кем куплены? Мной. Но билетов нет. Продан? Антрак. Для аншлага. Мы тогда с правой стороны припаркуемся, дружим толпой. Так а вы так и в прошлый раз делали, и позапрошлый, и позапрошлый, и вообще, когда пришли к нам, так делали. Я... паркуйтесь как... как говорится, вам удобнее. Ну как-то мы нам дружной толпой проще. Ну, приехали на 22 минуты раньше. Не зачем. Ну почему? Лучше раньше. Поздно. Всем привет. Меня, сорян, меня назад кидано. Да, лед. А ты вовремя. Я как всегда. Че у вас, как дела? Где хотите? Шикарно, уже стоим. Ты что ли? Да. Что-то вы быстро. Маршрут удачный был. Коротенький. А? Коротенький. Да нет, просто хорошо шли, то есть, ну, у нас довольно мало народу. То есть в ТС-ке 20, ну и ребята еще с нами, может, ну где-то 30 человек ехало, и хорошо, без происшествий, без ДТП.
написал в Лоренте, что ли? Да. Ну, мы завтра с Плима постартуем. Кстати, ты не в курсе, если там скинуть архив, его через сутки можно будет использовать? Через что? Ну, через сутки. Через две даже. А почему бы нет? Какая разница? Да, без разницы. Да, он замораживается. А у меня был какой-то прикол, мне кинули, и я его хотел через неделю использовать, а мне сказали, что уже срок прошел. Не знаю, Сашка, я ничего такого не слышал. Ясно, ну я вчера сохранил, раскинул. У него вроде срок неделя. А, значит больше, да. Самое печальное, что я завтра не смогу быть. Так что он... Алексей, ты в канале, Лёв? Да. Твой маршрут тебе придется. Если что, то Юру. Я подговорил. Ну как подговорил? Попробовали подговорить. Окей. Прорекламироваться можно? Рекламируй. И, друзья, коллеги, завтра приглашаю на конвой АТН Спорт. 19.30 сбор, 20.00 выезд. Будьте здоровы. Спасибо, сказала. Да, у меня сегодня день рождения, завтра празднуем, поэтому я не смогу присутствовать. Остальных приглашаем. Маршрутик выложим, вся информация о канале Химчистик, ну и в остальных ресурсах. А, всем тем временем удачи. Взаимно. Я как понимаю, моторчик нас поддержал топливом во время пути. Чтобы, не дай бог, чтобы не все, никто не заглох. Вован, сытый, привет, давно тебя не слышал, не видел. Итак, у нас замыкающий въехал на базу. И поэтому скажу, ребята, спасибо, что вы со мной прокатились. Надеюсь, вам понравился. Сегодня мы закрываем последний этап мероприятия всем миром. Компания Винси, как говорится, с радостью, с гордостью благодарит за выполненную нами работу. Они, как говорится, не посрамили честь компаний разных регионов. Поэтому желаем вам хороших выходных, приятных времяпровождения и увидимся в следующую пятницу на наших мероприятиях. Спасибо, Люка. Рад был с тобой. Спасибо. Всем спасибо. Фоточки сделали? Буквально секунд 20, ребят, не выходите, все сделают фотографии, запаркуются, и тогда можно будет подходиться. Как говорится, остальным кому в Тулузу, прошу следовать за мной, да? Да-да-да, поедем. Еще 15 секунд. Шур, господа, всем рассказать хорошего дня следующего. Ну, как бы всех впихнуть-то? Когда много людей, очень интересно. Да, но когда не на маленьком пространстве. Кто-то сзади запрятан и будет неувековечен. Всем хорошего. Если прямо сверху, то всех можно зацепить. Всем хорошего настроения. Это такое. Надеюсь, вам конвой сегодня понравился. Сверху, а что там? Ну что, сфоткали? Потом? Сфоткали. Ну тогда. Кому на Тулузу? Поехали. Что ж. О. Что там?
А косточка